Здравствуйте. Сейчас 3 часа ночи, и в эфире выпуск очень поздних новостей. Настолько поздних, что их вообще вряд ли кто смотрит. Ну, какой нормальный человек будет смотреть новости в 3 часа ночи? А наш редактор все равно заставляет нас выходить в эфир. Поэтому давайте так, расслабимся и просто потрепимся. По большому счету, сегодня ночью вообще ничего не произошло. Так что спите.